философы старшего поколения утверждают, что нынешняя молодежь ничем не интересуется. Я думаю, что это не так, правда? Молодежи много-много интересов. Это и спорт, и музыка. Вот, например, сейчас на эту сцену выйдет всем известный рэпер Опти. Давайте поаплодируем. Как тебя приветствуют, да? Как тебе рады? И сразу понимаешь, что молодежь на площади увлекается французами. С праздником! Как настроение? Я не слышу! Развивался. Итак, считаем. 10 вместе. 9, 8, 3, 2, 1. Подымили немножечко над городом, но сейчас продолжаем и приветствуем на сцене.